сядем в машину, покажешь, где живешь в квартире? А? Просто это сказали мы там. Кто сказал? Мы сказали, пока не ходили. А, то есть фиктивная регистрация, да? Нефиктивная. Как нефиктивно? Ты говоришь, тут проживаешь на втором этаже. А регистрация Астраханская 86, малосемейка. Мужчина утверждает, что готовит пищу для товарищей. То есть формально никаких работ, связанных со строительством, не выполняет. Документы на патент сдал. Однако его история вызывает вопросы. Мероприятия проводят сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России по городу Анапе. Совместно с представителями отделения ФСБ России, Роспотребнадзора и Анапского районного казачьего общества. В этот раз они заехали в один из строящихся объектов. Судя по обстановке, иностранные рабочие живут здесь. На 16 человек пришлось в общей сложности 25 административных протоколов. У большинства незаконное пребывание в стране сопровождается нарушением трудового законодательства. Начато административное расследование. Пока же решением Анапского городского суда на каждого наложен штраф в размере 2000 рублей. Они направлены в Центр временного содержания иностранных граждан, откуда будут выдворены за пределы России.